Получив квитанцию за счет, вывоз мусора и капитальный ремонт, Илья Николаевич Продан решил пойти разобраться с начислениями в Мособлъеирц. Но там вместо ожидаемой помощи его встретила огромная очередь. И стоял 3 часа 5 минут в очереди. А там бабушки, дедушки, нет стулья, нет где садиться. Туалет закрыт. Закрыты их кабинеты 119-120. И невозможно попасть на прием. Пожалуйста, даже. Оплатить услуги, уверяет Илья Николаевич, проблематично. Большинство терминалов не работают. С этими проблемами он пришел в приемную депутата областной думы Владимира Жука. С собой взял обращение, наскоро составленное в помещении Мособлъеирц, которое подписали еще 32 соседа по очереди. Некоторые из них тоже пришли на прием. Сколько народу каждый день, бедные там, вот кто сидят, женщины, они замучились. Старушки, они не поймут, в чем делать, на тысячи им приходит вот эта оплата. А виной всему, уверяют жители, единые платежки за свет, вывоз мусора и капитальный ремонт. И чтобы избежать недопонимания и путаницы в дальнейшем, нужно вернуть все как было, чтобы счета приходили отдельными квитанциями. Чтобы люди не путались, чтобы людей не обманывали, потому что они не могут разобраться так. Люди по факту приходят платить, говорят, у меня 100 киловатт, вот 5 рублей за киловатт, 500, а с нее берут 800, 1200. На каком основании? С капремонта перекинули оплату на свет. Теперь у меня на свет переплата, а вот здесь недоплата. А как мне это назад перекинуть, я не знаю. Дозвониться нереально. В отсутствие Владимира Жука прием вел его заместитель Александр Серов. Он внимательно выслушал претензии жителей и порекомендовал сначала обратиться в Мособлъеирц и записаться на прием в администрацию района. Есть Усков Александр Евгеньевич, зам по ЖКХ, который вот все вопросы, которые назвали, он курирует. Угу. И он должен заниматься этим вопросом. Надо, я ему сейчас позвоню и сказать, будь добр, Александр Евгеньевич, пригласите людей, разберитесь в этой проблеме. Если вы не сможете... Тогда Жук, я по поручению Жука приглашаю Мосэнергосбыт, приглашаю управляющую компанию, и кто там еще, приглашаю всех, и вот здесь мы разбираемся. Мы решили съездить в Мособлъеирц на Школьной 84А и увидеть все своими глазами. Большинство терминалов действительно не работает, очереди громадные. Сейчас мы посмотрим, работает ли туалет. Многие из этих людей ожидают приема не первый час. И такое положение вещей, уверяют они, уже становится постоянным. Это Мосэнерго, где должны принимать только электричество. Здесь принимают и мусор, капитальный ремонт. Принимают не только видное. Развилка, Бутово. Тут вообще приезжают отовсюду. Принимают 2 человека. Нету даже администратора. Но это просто невыносимо. Работают только в рабочий день. Когда люди работают, когда приходить, вообще когда попасть. Сотрудники офиса на местах комментировать ситуацию отказались, порекомендовав обратиться к начальству в головной офис в Подольске, куда мы и позвонили. Мы приносим извинения за неудобства для жителей. Мы в курсе этой проблемы. Значит, это проблема временная. У нас идет замена каналов связи, технические работы. В связи с этим сейчас терминалы не работают. Я надеюсь, что в самое ближайшее время мы этот вопрос решим. Сейчас идет набор новых сотрудников на работу в офис «Видное». Еще нас заверили, что вопрос с закрытым туалетом и отсутствием стульев будет решен в ближайшее время. Планируется также открыть дополнительный офис Мособлъеирц в «Видном», чтобы решить проблему очередей. С вопросами по начислениям жители могут обратиться в контактный центр Мособлъеирц. Телефоны указаны на сайте компании. Екатерина Борисова, Александр Логинов, Ольга Садовская, «Видное ТВ».